Привет, друзья! Российские войска получили первую партию новых самоходных минометов «Друг» на базе бронеавтомобиля «Тайфун ВДВ». Самоходный миномет «Друг» разрабатывался для подразделений ВДВ. Комплекс представляет собой 82-мм миномет 2С-41 с ручным заряжанием, установленный на бронеавтомобиле «Тайфун ВДВ». Стрельба из бронемашины ведется как обычными боеприпасами, так и новыми минами с увеличенной дальностью стрельбы и мощностью. Максимальный темп стрельбы составляет до 15 выстрелов в минуту, на дальность от 100 до 6 тысяч метров. Имеется возможность стрельбы прямой наводкой из грунта. Для этого в комплект бронемашины входит отдельный миномет 2Б-24. Броневик «Друг» укомплектован механизированными приводами наведения, современной системой управления огнем и цифровым оборудованием, которое обеспечивает экипажу возможность автономной работы и информационное взаимодействие с машинами управления. Для защиты при взрыве мощностью до 8 кг в тротиловом эквиваленте «Тайфун ВДВ» получил энергопоглощающие кресла и V-образное днище. Бронеавтомобиль оснащен и дистанционно управляемым боевым модулем с крупнокалиберным пулеметом. На крыше также расположены блоки аппаратуры комплекса оптико-электронного противодействия. Запас хода бронемашины «Тайфун ВДВ» 800 км. Максимальная скорость 100 км в час. Мощность двигателя 350 лошадиных сил. Машина способна преодолевать подъем или спуск под углом не менее 30 градусов, ров шириной около 1,5 метра и форсировать водные преграды глубиной не менее 1,5 метра. Вес бронемашины 14 тонн. Экипаж 4 человека. На этом на сегодня все. Друзья, спасибо за просмотр и помощь каналу. Мы осветим все.